Всем привет, с вами Алюта. И вот у меня бывает такая проблема, наверное, у всех, ну или у многих, кто работает в CorelDRAW, бывает такая проблема, что вы что-то нарисовали и случайно перекрыли это вот этим файлом. Ну, есть два способа, вы не удалили, не волнуйтесь, есть два способа это исправить. Это нажать на крестик, который вот на панельке вот этой, и ваш рисунок снова появится. Либо вообще выйти из программы и просто вам там выскочит менюшка «Сохранить». Вы сохраняете, и сохраняется то, что вы рисовали. И все, не надо переживать там. Все в порядке. Ну, надеюсь, кому-то помогла.